How's your day going? I hope you're doing well. Thank you so much for clicking on this reaction. My name is Edwin Rock-TJ. I'm a Kenyan Rock-TJ, professional Rock-TJ here in Kenya for about 10 years. I've played in clubs, concerts, TV, radio. I've been asked to check out this performance of Diana Ankudinova. It is from the channel Diana Ankudinova World of Fans. For more Diana on this channel, make sure to smash like and subscribe. I'll probably blur this video because it's from HTB, and I know HTB have really intense copyright. Okay, let's go. Аксинья, ну, во-первых... Wait a minute, let me try and see. Okay, yeah, subtitles. Роскошный наряд, но у нас есть для тебя сюрприз. Для того, чтобы твое выступление стало еще краше, мы кое-кого пригласили в нашу студию. Рассказать кого? Да. Запоминай. Двукратная победительница шоу «Ты супер». Победительница шоу «Show Must Go On» на канале НТВ Диана Анкудинова. Диана, иди к нам, привет. Смотри, как тебя встречает привет. Студия. Диана, знакомьтесь, это Аксинья. Аксинья, привет. Это Диана. Да. Очень приятно познакомиться. А сколько тебе лет? 8. Ничего, что я уже тут тебя да, поправляю. Да, занимайтесь. Я просто послушаю пока твой голос. Ну, давай с тобой поговорим. Listen to this. She answered that in her like lower, deeper voice. Я просто послушаю пока твой голос. Ну давай с тобой поговорим. А скажи, заплати за проезд. Заплати за проезд. Уа! Шик. Так, мы сегодня будем что-то делать, да? Да, я расскажу. Дело в том, что мы придумали такой вид творчества, как вокально-воздушный дуэт. Ты будешь, так сказать, под куполом цирка. А, нет, секунду. Ты будешь петь, а Аксинья, разумеется, под куполом цирка. Я просто чуть костюмы не перепутал. Ты нам поможешь? Ну, давайте попробую, вдруг получится. Вдруг реально получится. Как думаешь, получится? Конечно. Все, мы в тебя верим, значит, получится обязательно. Итак, Аксинья Морозова и Диана Анкудинова. Вокально-воздушный дуэт «Desert Rose». Wait a minute, did you hear this? She just set the mood with her voice, eh? I'm not sure who is more mesmerizing, Diana's voice or this girl who's doing this acrobatics in the middle of the air. Even the host was like, huh? The acrobatics this youngster is doing in the middle of the air. Hey. I dream of God and sin and justice.
This wasn't just like a performance, it was like a show they were putting on here. Браво! Аксинья Морозова и Диана Анкудинова! Как вам совместный номер? Как тебе выступление, Аксиньи? Ну, это было, конечно, блестяще. Я никогда в жизни такого не сделаю. Да даже на высоту такую подняться. Для меня это очень страшно. А ты какой-то прям герой. Вот прям герой. Молодец большая. Спасибо тебе большое. They were both very impressive. Diana vocally, this youngster with her gymnastics, very impressive. Прям очень рада сегодня вот петь именно под такую красивую Аксинью девчонку. Спасибо тебе большое, давай оденемся. Боже мой. Ну, на самом деле, мы с замиранием сердца следили за вашим выступлением совместным. И мы не можем не подарить тебе, Аксинья, подарок. Ты к нему готова? Да. Дело в том, что у Дианы была мечта встретиться с тобой, а у тебя была мечта, о которой нам на ушко нашептали, и мы ее сейчас попытаемся исполнить. Тащите сюда подарок. Ну, что это? Давайте все вместе. 3, 4. Телескоп! Я was like, this is like a telescope. With a tripod. Я правильно понимаю, что ты хотела телескоп? Хотела. У тебя телескопа не было? Не было. Теперь есть? Давай мы его здесь на секундочку оставим. Аксинья, осталось одно очень маленькое, но очень ответственное поручение. Тебе надо забраться на наш чудо-стул и обратиться ко всей нашей стране. Сделаем? Да. Давай. Я Морозова Аксинья, мне 8 лет. Будьте красивы, как цветы, живите в мире доброты, как солнце, улыбайтесь, но никогда не зазнавайтесь. Что... Smile, but never be conceited. That's Чтобы nice. Дружить умели и смело шли вы к цели, уроки все учили и с книжками дружили. Аксинья Морозова, ты? Alright, that was really cool. Wow. I was not expecting to see that, and I clicked on that. That the whole gymnastics, and I didn't even know that that was what Diana was going to perform. That was a really good rendition of Desert Rose. Hey, if you enjoyed my reaction, make sure to smash like and subscribe. Check out these other reactions I've done for Diana, and also check in the comments. I'll leave one there as a pinned comment. I also have a playlist of Diana reactions. I'll leave them somewhere here in the comments. I'll see you in the next one.